В Одессе появилось новое место для селфи. Спуск от французского бульвара к трассе здоровья украсили картинами известных художников. Одесские мастера воссоздали классические и современные экспозиции вдоль переулка, ведущего к морю. Так неприглядная серая стена превращается в настоящую картинную галерею. Подпорную стену украсит серия из 20 репродукций известных картин. Несмотря на карантин, мастера изо дня в день продолжают рисовать. На стене и «Мона Лиза», и «Дама с горностаем», и «Американская готика», и другие всемирно известные экспозиции. Тут такая была серая стена с каскадами, и сам формат стены подсказал, что тут можно разместить картины. Ось, і тому ми намагаємося тут зробити копії витворів мистецтва як сучасного, так і класичного. З сучасних у нас є Кандінський, ну більш сучасний, Кандінський та Енді Ворхол. Ось, а обирали під формат стіни, тобто різноманітні, щоб не було все суто класичне чи суто сучасне. Ми взяли проєктор на білі контури, щоб не потерятися в пропорціях, і потім відрисовували. Творческий процесс в самом разгаре. Завершить серию муралов художники планируют до конца апреля.